Ребята, перед началом ролика я хочу вам сообщить, что у меня открылся сайт по продаже аккаунтов в Clash Royale. Пока он выглядит следующим образом, но скоро здесь добавятся разные новые разделы, такие как чат, форум. Здесь скоро будет происходить конкурс на большое количество гемов, поэтому обязательно заходите, посещайте этот сайт. Будут добавлены новые разделы, будет здесь разыгрываться гемы, рулетка на гемы и многое другое. За аккаунт я несу личную ответственность, здесь вас 100% не кинут. Приобрести аккаунт очень легко. Зашли, посмотрели скриншоты, выбрали, какой вам нужен аккаунт, нажали купить и оплатили по нужной вам платежной системе. После чего вы получите уведомление на вашу почту с логином и паролем от вашего аккаунта. Обязательно заходите, приобретайте, здесь вас не кинут. Привет всем, дорогие друзья, сейчас нахожусь я на своем основном аккаунте. Ребят, немножко может быть разрешение видео плохое, либо качество, но я записываю сейчас со своего мобильного устройства iOS нестандартным способом. Почему-то я зашел на Android на этом аккаунте, и у меня не показывает спецпредложение. Сегодня, ребят, мы откроем вот такой вот выгодный набор легендарной арены. Потратим 1900 рублей. Ну, я думаю, оно того стоит. 50 эпических карт, 100% легендарная карта, 250 редких и 100 тысяч золота. Единственный минус в этом сундуке, мне кажется, то, что нету гемов. Почему гемы нам в этот набор не добавили, я не понимаю. Ну, ничего страшного, 100 тысяч золота не помешает, 50 эпических. Также, ребят, если вы тоже хотите, чтобы вам выпал какой-то крутой сундук или выпала вам буквально на днях легендарка, обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому ролику. И вам обязательно выпадет тот сундук или та карта, которую вы очень давно хотите. Значит, что мне надо, значит, с этого открытия? Я хочу выбить голема, чтобы он был 5 уровень. С редких карт мне желательно сборщик, либо мега миньон. А с легендарных карт вообще без разницы, что выпадет. Ну, конечно, я бы не против был бандитку опнуть на 2 левел, либо шахтера на 3. Ну и принцессу собираю. В общем, что-то из этого. Остальное мне абсолютно не надо. В общем, что ж, сейчас перейдем к открытию. У меня, в принципе, есть шахтер в магазине. Возможно, я его потом куплю. Ну, о разных колодах и покупках легендарных карт я подготовлю отдельное видео. В общем, что ж, ребят, давайте перейдем к открытию этого сундука абсолютного чемпиона и задонатим. Поехали. Итак, мы задонатили. Итак, открываем сундук. 9000 золота, почти 10. Дальше будут у нас карты с выбором. Итак, смотрим. Ледяной дух или гоблины? Возьму гоблинов. Так, смотрим дальше. Мортира или Тесла? Сложно, если честно, но сейчас очень популярны карты с мортирой, поэтому возьму мортиру, может, ее придется рано или поздно прокачать. Поехали дальше. Эпическая карта, фриз или арбалет? Блин, ну тут сложно, но я возьму, наверное, фриз. Возможно, будут делать деку рано или поздно с хогом. Хорошо, едем дальше. Фаербол или таран? 100% фаербол, и это круто, что он у меня будет на 8 уровень, а то с 7 фаерболом очень трудно играть. Так, едем дальше. Мега миньон или колдун? 100% мега миньон, так как я им играю и я его хотел. Это очень круто. Дальше. Пека или молния? Блин, а вот тут сложно. Я бы такой и пекой поиграл, и молния очень нужна. Но я возьму, наверное, пеку. Блин, и молнию хочу, и пеку. Ну, возьму, наверное, пеку. Не знаю почему. Так, отлично. Она у меня на 6 уровень. Так, потихоньку апается. Дальше. Вышибала. Блин, вообще плохие эпические карты. Серьезно. Но я возьму вышибалу, ладно. Не то, что я хотел, конечно. Блин, у меня голем 4 уровня, а мне дают эпики, которые уже на 6 можно опнуть. Где тут баланс? Что за бред? Ну и ладно, последняя карта сейчас будет легендарки. И вскрываем. Это дровосек или принцесса. Две легендарки выпало. Круто, сделаю скриншот. Так, ну не знаю, возьму, наверное, да не наверное, 100% тут без вариантов принцессу беру. И у меня еще 5 карт, и принцесса будет 4 левела. Вот такое вот открытие, вот такой вот лут получился. Я недоволен эпическими картами, очень недоволен. И 100 тысяч золота мне на кассу, отлично. В общем, ребят, я не вижу логики в этих эпических картах. Да, молния, конечно, на 4 левеле еще, то, что она выпала, это хорошо. Ну, голема я уже пытаюсь сколько проапать, сколько прошел испытаний, мне с эпических всякая ерунда падает. То гигантский скелет, он у меня уже реально достал, то фриз. То это эти стражи, то темный принц. Ведьма мне выпала, шарик. Зачем мне это все? Почему мне не падает голем? Он у меня 4 уровня, он хуже всех прокачан. И он, как назло, мне не падает. Ну да ладно, я думаю, его со временем все равно выбью опну. Это не проблема, но
все равно 2000 рублей практически потратил и не выбил свою карту. Зато я доволен в том моменте, что выпала принцесса. Я очень рад, и я ее на 4 уровень. Вот-вот, еще 5 карт. Ну, конечно, это не вот-вот, еще, я думаю, где-то пару месяцев придется ее собирать. Но не суть, в общем, 200 у меня тысяч золота теперь. В общем, скоро будут у меня еще ролики на этом аккаунте. Я тут потихоньку апаю испытания, прокачиваю карты. Скоро будет новый ролик, поэтому подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики. На этом я буду, ребят, с вами прощаться. Я вам желаю удачи, хорошего вам лута, удачных вам побед. Всем до новых встреч, ребят, и всем пока.